Доброго времени! Сегодня я, ведьма Бажена, познакомлю вас с астрологическим прогнозом на 5 июля. Это у нас воскресенье, 15-й лунный день. Но это не простой день. И это полнолуние. Причем не просто полнолуние, а очень мощный день, усиленный еще и затмением. Символ сегодняшнего дня – голубь. Все дела, которые вы начнете сегодня, принесут свои плоды. Причем плоды эти будут любые, смотря в зависимости от того, какие действия, какие деяния вы делали. Что посеете, то и пожнете. Такие плоды и соберете. Покровитель, планетарный покровитель сегодняшнего дня – Солнце. Конечно же, знают, что несет в себе Солнце. Это счастье, удача, благополучие, здоровье, рост, жизнь. Солнце – это все, это свет. Также хочу напомнить, что всем, кто не знал или еще об этом не подумал, что 5 июня в полнолуние Алена Полынь проведет замечательный ритуал для всех желающих. Ритуал называется «Сдвинуть с мертвой точки». Ритуал нужен для тех, кто хочет что-то сдвинуть в своей жизни, да, продвинуть какие-то свои начинания, какие-то свои действия, может быть, даже и отношения. Может быть, сдвинуть нужно, да, когда вы желаете что-то продвинуть в своих отношениях, но у вас не получается, да, вы сидите на одном месте. Для тех, кто не хочет топтаться на месте. Для тех, у кого есть желание изменить свою жизнь к лучшему. Обязательно нужен этот ритуал. В этот день все сошлось для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки. Пятое число, которое символизирует движение. Воскресенье, день солнца, который несет удачу, благополучие, счастье и силу. Голубь, который несет известие, символ, да? Птицы, как все, но голубь в частности. И, конечно же, полнолуние, полная луна, усиленное затмение. Кто еще не записался на данный ритуал, обязательно записывайтесь. Вы еще успеете на него попасть.